факт поносил. Не, да мне это похуй, у меня времени вагон с ДКшкой, блять. Главное, типа, вас, чтобы не сильно задерживать. Хоть хочется просто, знаешь, как бы побыстрее, потому что у всех дела бывают. А я... мне поебать свободен. Ай-яй-яй-яй. Искру, искру бьем. Где она, блять? Пиздит больно, сука. Милики, милики больно бьют, не бейте его. Вы ж в чат видите буква М в конце? Возвращает урон вам. Погнали на лестницу, убьем этого, блять. Быстрее на лестницу, а потом спустимся ниже. Да, чтоб... чтоб сразу двух не намутить. И тогда подойдем, пускай лук квест даст. Ну, он наверху наш моб идет. Или что вы хотите? Квесты сдавать? Да. Ну ты ж хотел квест сдать. Не, я не хотел. Не. А, я это лок хотел. Блять, знал бы, уже тудой бы прошел, мне тоже там, блять, бы сдать. А ебать, урод. Мне вон надо, вон, блять, вот, РТДшники. Который враньон, блять. У меня какой-то дневник Медива, это где брать квест? Так у нас с тобой... Так и у меня этот квест, блять. Нам его сейчас, ну... вместе со мной тебе его нужно сдать. А, вижу, вон. А нет, сперва ты у Медива дневник забираешь, а потом вниз идешь и его сдаешь. Но это сейчас все равно. Сейчас что у нас копыта, потом. Вар упал, отбегите. Вон. Фер. На тебе сдать уже будет намного проще, потому что, если что, это шкафом обратно тебя притащит. Я понимаю, эти квесты делать, когда, блядь, была охота. Типа ради там одной монетки Джули, нахуй она. Искру убейте. Милики не бейте. Так, этих зальете без меня, пойду. Тебе точно там, да, надо сдать? Да, да, вон там. А мне вон там возле черепка. Мне вон там вначале надо сдать. Короче, вон там еще пачку надо разъебать. Походу вот этот. Потому что очень долго сидеть на этом месте, постоянно никто не хочет. Бля, мне. Вот туда дальше, где вот этот хуй полет лазит. Ладно, пойду, обоссусь. Блять, если б я знал, нахуй, что вы хотите квесты, мы б спрыгнули бы с другой стороны, сука, всю комнату чистим, ёбаный рот. Заебись, чё? Ну, типа, по факту, блять. А что, вы... надо этих чистить вам уже, блять, раз все сегодня добрые и никуда не торопятся, или ну, где? Ну да, мы? Да. Вот, вот тут, пошли, вот, короче, блядь. Есть моб, нахуй, вон он стоит. Да я вижу, мне тоже там, блядь, сдать можно. А это до этих. Раз никто не торопится, блядь, давай сделаем. Пацанам. Ну типа вам, да, это кольцо надо, а мне, ну нахуя, блядь. Да я сейчас... Таким темпом сейчас себе здесь фу, я нахуй прокачаю. Не понял?
С аметистовым оком фулрепу можно даже уже прокачать. Сколько у меня? 11.5. Дальше аккуратненько. Из 21. Вот тут вот просит очистить, блядь. А, бля, я наверх побежал, думал. Вы чё, там пошли? Чистим, да? Эх. Ясно, я курить. Ну, пацаны квестики попросили уже, ладно, хуй с ним ну, сделаем. Понятно. Ну, ладно, тогда уж давай вон того хуеплёта, который в коридоре. Дальше, короче, уже потом сами уже возвращаться, типа, сдавать это все потом. Идем, ну, типа, потом сразу ну, да. доталывать. Да, раз почищено, трэш, заебись. Сейчас тогда покуришь, Юрчик, спекнешься, я пойду покурю, блядь. Ага. Че, так, так, вот этих. Только мне там нужен крест, это, квест сдать, так что не убегайте. Сейчас... Иди, 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 сдай. Монетку Джулии полутаешь, ебать. Крутанешь рулетку. Ну. Там сфера вышла, что-то мне больно стало, блядь. Не понял. Не, да, не, не. Просто. Стан, угу. По искре, по искре. С. Это кто? Это СПД. Хилы, ну, СПД. Хилы маги. А я думал, R это РДД, типа, М милики, С это вообще, типа, все не бьют. R это хан, С это те, кто сила заклинания. Вон Присти башит, его хуяли по две. По искре, по искре. Ну, добьете, реснете. Хотя, прибежать надо. Да, реснут уже лежи. А, вы встали? Ну, давайте. Тут портал рядом. РДД, не... добейте милики. По искре. Оу, май. Надо кому? Чё там? Ай, плащик, блядь, на инту упал. О, мне надо, шестой, мне типа. Надо. Мне надо как раз. Там хаст МП5, да? Нет, крит МП5, сила заклинания. А-а-а. Ну, блин. Типа... Рольните, только не пылите, если что, передадите ему. Ты успел зайти, типа, когда он появился? А хуй знает. Так, сейчас тут надо, да? Погнали. Угу. Маленький пока остался. Ты там сдал, Юрец? Юра, мы тебя теряем. Дальше вот тут и что там, тень Арана, да? Ну, дальше все, больше уже все расчистили. Все, тень Арана теперь квест. Да, вот тут еще вот этот боковой, блядь, вот здесь, где мы чистили, сдавайте. А дальше потом полутать уже Арана. Все, все, я тотушки. А там погибель, это все равно не сейчас это вроде. Не, бы... погибель, ну и поставерьте, да. Хуярить и так далее, вроде бы. Я ебал, блядь, 15 минут сидеть на погибели, блядь, две геры откатываются, ну и нахуй. Бля, мы тогда 20 минут. Ну типа нас, наверное, шмот плохо. Говна там падает, типа, нахуй. Да шмот хороший. Когда... А сколько, слышишь, Юрец, а сколько да. ты ходил с нашими, блядь, типа, с этим статиком в Каражан, чтобы тебе токен какой-нибудь, блядь, дали, нахуй? Нисколько. Мне не давали токен. А, на фроста, типа, не надо тебе токен. А, сейчас... Юрочка, потанчь, пожалуйста, блядь, так нахуй да, токенов да, нету, да? Да, 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 я об этом и говорю, то, что, блядь, как танк, так, ебать, дыкарька, потанчь. А как, блядь,
одевать, так ты сам сможешь это сделать. Да, хуеплёт, сука, вообще бесило всегда такое, блядь. А я чувствую, стать... Ред, скоро мы с тобой нарежем с этой гильды, нахуй, в нормальную, блядь. Меня пацаны зовут, говорят, нахуй ты еще думаешь, дебил, блядь. Блядь, здесь бы мелким под конец. Кот Редрик есть. Ай-яй-яй, а че это он на меня сагрился, сука? Блять, снимаю как могу, у меня не Т9, блядь, нахуй, нихуя нету. Я понял. Первого с черепа добивайте и под конец стан ему, чтоб он не лопнул, блядь. Прям точечно свичнитесь, пожалуйста. Нормально, я его грипп, кстати, за гриппу. Второго. Второго под конец тоже либо грипни, либо стан. Скиньте свои бафы, там стамину приз бафни, вара. Там лапку дайте, пожалуйста. Так, и по ДК каску подайте. Каску. Танканешь трэш и мелких туда, блядь, до этого? Давай. Я пойду быстренько корну, блядь, буквально минутки три. Так, а где он? Так, Пал, кинь на меня. О, ну. Ты уже спекнулся? Да. Что-то, блядь, не понял, мобы нахуй не на тебе. Так потому что ты тоже во льду. Так, блядь, я потому что с мага снял. Я с тебя снял. Блядь, а ты прикинь, я не доспекал. Не вовремя. В последний ладно, момент. Давай, я этих добью. Но зато переоделся, по-моему. Да, переоделся. А на копыте эти бесики дамажат мелкие сильно, бля, типа по людям или нихуя? Если их дохуя, то да. Только по танку. И там у них. Не, чтобы просто понимать, если что, может он потанчит, типа копыта, блядь. То что он уже держит агро лучше, чем я. Лед убери. Все, убрал, я за Войда зацепился, не потеряю, я сейчас быстренько жму. Групплот поставил? Там книжечки шить. Вроде как. Да, групповая стоит. Тут опасно будет, так что там станы давайте, всякие контроли, блядь.
Так, каску по ДК дайте. Пал. Ага. Попристу каску просят. Магу каску. Да и на шамане так-то каски нет, ну как-то похуй. Пал, на будущее скачай себе пали пауэр. Так, давайте кушаем рыбку. Ко мне. Так, да, я кушать поставлю и сам в туалет сгоняю. А где рыбка? А, все, все. Давайте, пока как раз Майбах подойдет. Давайте, сходите пока там поссать, посрать по-быстренько. Я тут. Ну что? Ну, сейчас народ вон в туалет пошел. Угу. Что решили, я танканутый? Да ну хрен его знает. Давай я, похуй, да, и ебаш. Бля, так-то вайпаться не особо охота было. Так-то можно было... Ты видишь, ты даешь хотя бы баф на этим. Ну на давай, кастеров, давай, 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 давай. Этим. Ну, анхоликом. Спекайся, наверное, анхолик. Да и по толпе у тебя все-таки получше будет за хуево. Только что пацаны отошли? Ну, две минуты. Кто-то за пивом, кто-то... Пивас на базе, все, маг подошел. Сейчас ДЦ подойдет и можем начать. Так, все, лок тут. Прист, вар. Два приста, один прист подошел. ДЦ варчика ждем. Че вы как с собакой решили делать? А, первого моба ёбнем, а потом... Киллрека первого убиваем, а потом тупо... В босса до конца понял. В босса, да. Да, да, да. Вар, ДЦ, тут? Алло. Пацаны, у вас звук в Варкрафте включен? Да, у меня включен. Слушайте, да. Какой мужской голос у орка. Должно быть, в твоем роду были на... А чё это? Не знаю. Хотя там между ног ничего не болтается? Путь к сердцу женщины. Походу нет, блядь. Так, ДЦ тут, вар. Вар. Это другая раса какая-то, блядь. Дринейка, походу. Когда кажется, нужно трогать что-нибудь светящееся.
О, смех нормальный. Может, я и озарена светом? Но я не знаю, как повеселиться в темноте. Бляди, вар. Утренняя эльфийка. Да похуй, так пойдем, наверное. Подойдет. А здесь не закрываются двери, нихуя такого? Ну, потестим. Погнали, блядь, ебать, сколько ждать будем. Ну, пошли. Все, по боссу. Че, Геру дать? Ты его дал. Геру оставь на этот самый, на прохил на Аране. Когда элемы выйдут. По пути. Блять, только крылья вжал. Ха-ха-ха, да. Это тоже в прошлый раз. Только, блять, полностью бурсты прожался, блять. На нахуй. 30 секунд с постоя перекури, блять. Че, ты вторую горгулю уже за бой призываешь? Угу. Кольно. О, меня взяла. ШП, играй точечно по боссу. Тут хватает ретрика, меня, блять, самого ДК танка. Быстрее просто убить его.
Там вар кливает, кот кливает, блядь. Пиздец, танк на третьем месте. По ДПС, это пиздец. Ясно, хуй там, блядь. Три кондёра. Надо так, тебе новый спек, паладин? Не, у меня есть она. Распил забирает. Эту формулу чар можешь? Посох надо коту, блядь. Не, не могу, я ничего не вижу. Посох не надо никому. Ну, на распыл. Все, погнали. Че, все, спекаемся в обратку? Да, блядь, трэш уже дотанчь до арана. А подожди, или здесь нету? Или... Не, вроде есть там дальше. Да здесь трэш-то аранов. Давай, перед араном спекаемся. На элемах, когда выйдут элемы, дашь геру и бомжей скинем с тобой. Лок одного законтролит, одного пофиряет, там одного бан, одного эфир, там, ну типа ж, хуёво не будет. Когда он притягивает в центр присты кто-нибудь, масс диспел обязательно надо будет скинуть, чтобы мы могли разбежаться. Ну, мы-то с тобой разбежимся. Хотя бы своя это есть. Блинк. Вот на остальных по-любому надо. Сейчас подождите, спекаемся. Подходите ближе, все тут, никто никуда не отвис. Подождите, назад, 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 назад. Вар, где вар? Вар! Мы походу и этого убили без него, да? Нет, он пиздил. Третий по ДПС. А, не, подожди, не помню там, какой он был, но он был. Не, он пиздил, я видел. Че вы там, блядь, я уже круг пробежал целый. Да я вижу, блядь. Ладно, заходим, вара, блядь, засумонит на притяжке. Заебал он. Погнали. Вплотную к двери подойдет. Так, давай, ты ледяный, я огненный. Сейчас тебя присумонит, алло, да хуя АФКшишь, блядь. Подойди прям к двери. Ну, пристрелите. Да ёпер. Давай, 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 масс диспелла нету. Есть, масс есть, есть. Разбегайтесь. Венец никто пламени. Не двигается. Ни влево, ни вправо вообще никто не двигается. Даже не прыгать.
Все можно. Блять, промах. Беги, малыш, разбежались. Разбежались. Геру бомжей давай. Лок, одного, пожалуйста, за контроль, другого по фильму. Венец пламени, не шевелимся. Сорок секунд еще лемы будут жить. Блять, я вроде вызвал бомжа, а какого-то хуя полтора чебурека призвал. По черепу можно сало скинуть, если есть. Беги, малыш! Разбежались. Отлично. Бля, можно диспел или фридом мне, пожалуйста? Он на 20% летели. Венец пламени, не двигаемся. На, как раз до специальной этой вот, как венец должен закончиться за 2 секунды, а то он бывает шипает в эту хуйню. На 20% маны он шипает. Ключ. Кошмар. Берите кому что надо, блять. Погнали. На Белева. Взял с него. Не понял, а мне лутанулось это? А, его просто убить надо, да, или нет? Не взять. А, не, лутануть надо, блядь. Она там дневник не делает. Точно, блин, классик.
У вас вар тоже голый бегает? Ади, он его не вижу, блядь. У меня все одеты, и он голый. Не похуй. Не, одетый. Твои похотливые желания, блядь. Прямо что голый, 25. Кто ушел? Много не агрит. Нет, их можно не агрить, под стенкой пройдем. Нахуя лишний трэш. Что там, как дела? Приствернулся? Да. Догоняет. Под стеночкой не агрите тех. Так, кого на синий поставим? Я думал кота. Да, наверное. Да. Я на зеленый по стандарту. Блять, касс надо кикать. Да я что-то промахнулся. Можно и Лока, в принципе, поставить, он тоже нихуево даст. Я, пожалуй, усну, пока я буду стоять, нахуй. Чего? Да я уснул, скорее всего. Меня рубит спать, я еще с самого начала беру. Бля, да тут Децл осталось уже, блядь, два босса. Может лучше Лока? Вот если умрет, он с БРом. Давай, давай тогда Лока. Иди спальте там за лукус. И лужи, лужи, самое главное, лужи не слакай. Как бегаете? Лок, постоишь, да? От стены к стене бегаем. Отсюда в ту сторону. Сразу РДДшки хилы. Старайтесь, когда он стоит здесь, переходите на максимальный рейндж в эту сторону, чтобы меньше было бежать. На центре комнаты старайтесь.
Да, когда он с той стороны, вы ближе к этой стороне, чтобы быстрее бежать. А милики, как бы, будем анонсить уже, чтобы бежали тоже чуть-чуть там заранее, вовремя. Главное, короче, вовремя перебежать. По ДПСу проблем не будет. О, Каспа, обнови, пожалуйста. Кто-то умирал у нас, рыбу надо, не надо. У всех вроде, я просто не вижу, блядь, у меня от этого аддона нет. Да, да вроде на всех есть. Пойдет. Каску пока. Поняли, да, ребят, кому же? Дайте каску, пожалуйста. Дорче. Дев, будете кидать на Лока? Кого кидать? Дев. Зубы, каплю паладиновскую. Блять, надо, наверное, если типа. На 30-м стаке кидайте. Ты анонс, короче, и они тебе кидают. Ребят, справьтесь, пожалуйста. Пал сакру скинешь. Да ну, просто по КД ебашьте, блядь. Он будет анонсить, короче, он анонсит сначала зубы, потом сакру делайте, типа, чтобы без проблем было. Чередуйте, чтобы на перебежке откатывалась одна. Давай я первый тогда на паладине. Хорошо, все, давайте, агро. Геру, как только на луч станет он. Твой зеленый, Юрчик. Да, я в. Дамажим, смотрим под ноги. Лок ТСС по себе въебал? Нет еще. Двадцать пять секунд до перебежки. Юрчик, не забывай на перебежке анхоли стойку врубать, быстрее побежишь. Ты крысу ебал, ой, долбоё. Ой, блядь, во флёр зашёл нахуй. Пять секунд. Побежали. Еще быстрее, Варчик, на кого-то ты это самое газу, ну типа... Догоняй этой хуйней своей, блядь. Отлично. Сейчас так же, но наоборот, уже на ту сторону больше переходите. Как-то слабо снесли ему. 16%. Кот, ебани, Игорь. Шамана. Так, так, ага, вот. Лужа, лужа, приз. Лужа, лужа. Не помнишь там, Юра, насколько? Я просто у меня, блядь, не показываю. У меня только первую показывает, и все, перебежку. Я на по стакам сейчас сориентируюсь. Меня тоже не показывают. На скольки там стаках мы бежим? На 50 стаках бежать надо. 40. 44, 45. Подхил. Можем бежать уже, побежали. Побежали. Я тебе каплю отдал. Угу, спасибо. Еще быстрее, еще быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Бля, все, нам пизда, блядь. Нахуй, не добежал Лок. Блять, вот это вот есть проблема, нахуй. Только добежать, падай. Есть такая хуйня, там называется телепорт. Я что-то с ним вообще проебался. Я не привык просто на лучах стоять. Сука, камень на мне, а я никого не резну. Ножа нету инженерского? Диван в кого-нибудь дайте. А нету у него регов. Нету регов. А, блядь. Ладно. Давай тебе. Да лук РДД, но... Хули то, говорит. Он-то стоял на луче. В лужу забегайте. Там пускай кота отправь. Пускай кот на луче постоит. Да. Ничего, ты 11к нахуй на ДПСил, заебись. Кот даст столько, блядь? Даст. Ну давай тогда на кота на луче.
Дашь, а АСС у тебя дохуя, наверное, еще. Сколько когда? 12 минут. ДПС, конечно, у нас зову почистили. Вообще пиздец. Хочешь, Юр, давай потанче, я зайду, блядь, на рогу, нахуй, быстренько. Закроем его сейчас с первого пула, поставите шкаф. Мне все равно похую, блядь, я рогой не хожу, горожан. Давай, наверное, так и сделаем. Давай так и сделаем, блядь, сейчас рогой. Как раз тебя на луч поставим, у тебя есть что. И... Не, нихуя ты постоишь, я череду даю, блядь, мне неудобно. Нет, на синий я имею в виду. Блядь, а что сарана падает? Есть что-то интересное? Колечко 232, сука, на танка интересно. А, подожди, это арана, мне надо к ней. Меч хуйня. Хуйня. Блять, нам плечо дал... падает, сука, 232-е, нахуй. Ёбан. Тебе все равно, блять, ну. С двумя дырками плечо падает, прикольно. Ладно, похуй. Сейчас просто ресните здесь и все. Аккуратнее левого не сагри. Че, китайский был? Бля, я просто на роги на оперу хотел сходить, блядь, попробовать выбить кистевое, нахуй, ну что оно не падает нихуя, блядь, да. Ай, ладно, похуй. Слушай, а может Лока в натуре просто вот здесь где-нибудь он свою ТПшницу сделает? Так. Поставь лок шкаф, Юрчик, добавишь меня, сейчас я зайду на руку. Давай. На мой корабль и устроим круговерть. Вар, а расскажи какой-нибудь ты тоже анекдот. У тебя такой же голос будет, блядь. Если меня как следует завести, светится все. Глаза, татуировки и даже доспехи. Терпеть не могу запах орков. Слышь ты, блядь. Не нюхай. Сумоньте. А чё, кстати, шмотка-то у тебя на том ДК? Да-да, так там еще час времени. Ну и чтобы я этого босса... Да, я просто на одного босса и все, и призыду. А, так он у тебя даже забафанный уже. Да, я ж, блядь, вчера и ВК нахуй хуярил 25-ку. У меня и жрачка есть, все, я вообще готов ебошить нахуй. Давай, шо там? Пускай, да, это, и... заходи, он даст нормально, а не эти 3К ДПСа. Не, ну типа, если ему тоже КД не жалко, похуй, залетай. Быстренько, да, рано закроем сейчас и все. Да, хотя бы рано. Молчезар-то изи. Ну, не скажешь, и опять долбоебские метеоры начнут падать. Да, да, это ебучая рулетка. Перенеси так. Тогда тоже и приста, блядь, в этот самый, в четвертую. Он оффается, перезаходит. А. Кнопочка, да? Вернемся на мой корабль.
и устроим круговерть. Плюсанешь там много плюсиков в этот самый в общий чат, Юрчик, добавишь его. Будем надеяться, что башка тебе упадет сейчас, блядь, с этого нахуй. Будем. Открыть огонь! Чух-ч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 ух-ту-ду! Спасибо тебе. Оставайтесь на месте. Да, давай, спекайся, ставь Юршик рыбку на всякий случай, больше депса будет все равно. Кушаем. Все, по той же схеме. Начинаем отсюда, РДДшки, хилы ближе к той стороне, в друзья, типа, потом обратно. Кто на синем ход вроде сказали. Ну, типа, я просто без череды могу стоять и башить, мне все равно. Может, тогда тебя, мне кажется, ты всех передамажишь на синем. Да не, пускай кот стоит, у него этот есть, дубовая кожа. На 30-м стаке кот нажмешь, нашаришь. А, ну хотя да, в принципе. Бля, у кота ни одной Т4 нихуя нету, бля, вообще нахуй. Можно пристабав. Бэ... У него еще есть вот эта хуйня. Это топовая хуйня. Да, давай. Стоял на луче кот? Алло. Нет, охуенно, блядь. Ебано, 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 ебано. Ладно, давай я постою, похуй, погнали. Ну, на него это два паладина, сейвите его, блядь, так. Каплями. Так. По очереди. Блядь, я же танчу, точно. Ты спекнулся? Не понял. Вот спекаю сейчас. Так, тогда... А кто на зеленый тогда встанет? Вар, тогда ты на зеленый. На зеленом. Что не, зеленый твой, он только ману, блядь, хуярит. Нельзя. Давай, начинай. Что, блядь, не можешь подойти ебалом зеленый луч словить и просто бить, блядь, не понял. Давай. Все, агри. Погнали. Ты анонси стаки, будем тебе давать. Капли. Раз, давай, ближе, ближе, раз, заводи, раз, заводи, заводи, заводи. Зайди прям за эту хуйню, пока лучей нету. От синего отошли. Да, истерию еще. Тридцать пять стаков. Дался. 40. Пятьдесят. Побежали. Спринты отдали, все отдали. Быстрее, быстрее, быстрее. Нихуя себе 20-ку дал и бэээ. Я ж тебе сказал. Пожилую 20-чучку нахуй. Ты его в соло ебанешь. Не, блядь. А у нас ДЦ, да? Да. ДЦ есть, да. Пусть сейчас зубы даст тебе. На 30 стаках. Или понял, сколько? Я скажу когда. Так, давай, давай, погнали. С той стороны у тебя лучше, угу. Да, я в курсе. Зубы пороги. Так у меня только 10 стаков. Ну да, на 30 стаках скажешь, когда. Да у меня уже въебали зубы, блядь, благодаря тебе. Блядь. Ладно, второй пал пусть даст, тогда капля. Вот давай, Инершаман.
45 стоков. 45. 7, 48, побежали. Еще быстрее. Отдайте все быстрее. Все, как. 30%. 2 подхода, ну. Откатилась истерия? Угу. А я ее еще и не давал. Я забыл про нее. Давай, сейчас по местам. Сейчас на место встану. Тридцать. Дал каплю. Сорок пять. Побежали. Блять, не туда. Анхоли, стойки свои, все отдали. Быстро, быстро, быстро. Отлично. Я пока не могу прочитать это заклинание. Погнали. Так, мой у телескопа. С другой стороны. Блять, близко ставишь его, сука. Да ебать, сейчас красный на кого-то. Все забрал. Кот, вар на ту сторону. Вар на ту... тоже. Нет, 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 не... нет. Вар, верни, блять, нахуй ты ему говоришь, вар луч держит. Вы чё, ебаный рот? Зелёный. А, подожди. Блять, чё за нахуй? Охуеть, ты выделился. Бля, я просто бегите. Увидел орка нахуй рядом возле себя, чтоб на ту сторону отошли. Пиздец, вы гоните нахуй, я хуею. Бля. Вот это вар, пиздец. Ты... Блядь. Бля, я просто увидел у себя рядом нахуй, чтоб они перешли быстрее, добегали, блядь, а то они стали там под той стеной, я ему только хотел сказать, чтобы... Вара, есть рывок, на, блядь. А все, есть на... диван, все, падайте, диван есть. Всё, на 45, на 45 стаках, чтобы он начал бежать. Потому что они хуй бы добежали, блядь, оттуда с задницы той. Да забей. Нет, хуй, у вары есть рывок. Случайно не надо никому уходить, блядь. Луч не должен в босса идти, блядь. Да, да, сейчас ты хуйню спорол, короче. Ну, я просто забыл, что вар на луче, я смотрю, перед ебалом у меня бегают эти, блядь. Да. Вижу кота, я вижу орка, блядь, думал, это варнах. А они начали там... Меж собой, блядь. Все понял. Мой косяк, нахуй, блядь. Да вы гоните или чё, блядь? Бля, это чё за нахуй? Хуй... А как так? Чё за... Не знаю, до отсюда вроде не должен был доставать. Ну всё, бегите нахуй. Дос. Вот тебе и фасть. Это заклинание еще не готово. Завтра работаю. Кто там завтра работает? Это заклинание. Никто завтра. Я знаю. Надо подождать. В нашем мире сказуем.
Без ханта бы, блин. Да нахуй хант? Нет, ну на перебежках нормально. Заходит его. На 50-м стаке он начинает замораживаться. Вот до 50-го на 45-м, на 47-м говоришь, и все, и пиздец. Люди заранее бегут, и все всегда успевают. Я-то буду анонсить на 45-м, особенно Вару, если будет далеко стоять. На 47-м нормально. Или на 47-м, да. Давай быстро-быстро рыбку и погнали, блядь, я тоже. Все, хаваем сейчас, фул рыбов. Сука, блядь, я ебу, Все, все готовы, да, Эрче? Бафы вроде все есть в дудку дунь и это самое, все погнали. Сейчас он подойдет сюда. Юра, ты тут? Алло. Да, да, здесь. Все, давай, сейчас он ближе сюда подойдет и сюда к жопе его. Вар, ты когда луч ловишь зеленый, ты отойди на максимальную дистанцию. Фрейм большой у босса. Ты подходишь, прям в него становишься, и я ловлю луч твой. Да, не надо прям в него ходить. Все, погнали, давай. Прям назад, назад, аж за сферу можешь зайти, а пока луч появится. Ресы ДЦ. Ух ты, как ДЦ упал? Блядь. Побежали, быстрее, 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 быстрее. Заранее не добивайте его. Главное вовремя уйти. Надо там добивать последнюю тычку ему вбивать перед отходом. Все это потом. Главное, чтобы не дыхнула тварь. Все так же наоборот. Вар на зеленом, остальные милишники все ближе к той стороне. Да, блять, я тогда спужался и хуйню спорол. Вар, на 45, если что, убегай, если близко слишком стоять будешь. Еще его. Ну, сейчас нормально стоит. Тридцать. Зубы. Сколько? Стак. Бежим. Просто так и не бежали. 50, полтинник у меня. Отлично.
Там надо не свои, а мои конкретно, блядь. Ну, они вроде у всех одинаково идут. Три луча, блядь. Три тела могут оносить. Да, они одинаково у всех. Истерия откатилась. 4 секунды. Сорок стаков. Побежали, 45-7. Отлично. Зубы откатились. Ебать, ты еще меня догоняешь. Сальву пороги дайте. Блять, БР есть? Нету. Луч займи. Кот, вставай на луч. Добьете. Должен. Перебежали. Побежали, побежали, быстрее. Сука, и выпрыгнул уже, только появилась и сразу выпрыгнул, все равно убило нахуй. Капли не было, наверное, да? Не, не добивали. Да, 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 кот, добивай на луче. Дубовую на 30-м стаке нажмешь, стаки на себе, смотри сколько. А, на синем луче. Да персы, блядь, 3 минуты нахуй, убивается. Две перебежки еще. Если есть истерия, дай пока ту истерию. Сейчас будет. Луч, 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 луч. Забрались. Вар, отойди немножко на луч поближе. Вар нормально стоит, он луч нет, держит. Нет, нет, немножко от босса подальше. Ну если вдруг, если что, он отпрыгнет. Нормально, бейте. Блять, из лужи нежелательно выпрыгивать. Вара не шотнет, шотает, блять, синий луч, нахуй. Те бьют, блядь, там по 5к, нахуй, а этот ебет сразу, блядь, 17, нахуй, или там 20-ку, блядь. На тебе. Зубы, да друид. Похуй. Ну, он тебя не убьет, да, тебе похуй. Сколько стаков? Побежали, побежали, забыл, побежали. Бля. Быстрее, быстрее, быстрее. Еще. Так. Все, это у вас последняя перебежка, потом до талого хуярите. Надо убить. Да. Просто отдайте все, что есть, блядь, и... Ну, я сейчас бомжи призову. Бомжей не надо. Чё? Бомжи уже здесь, блядь. 10 человек, блядь. Иди ко мне, да. Все, хуярите. Если что, потом во время каста все за жопу забежите, если вдруг не добьете, но... Вас дохуя стоит возле зеленого луча. Ред, чуть-чуть отодвинься от вара, мало ли лужа будет, чтобы, блядь, вдвоем не стояли. Все, ебите.
Минута до берсы, нахуй. Давайте. Танк. Да похую. Мне похую. Это остальным критично. А танку хую. 45 секунд. Бьем, бьем, бьем. Наверное, да, под жопу мы... надо будет. Да, да, да. Да. Мак, присты, переходите за жопу. Он будет кастовать, если что, вы потом, ну, типа, чтобы вы за жопой стояли, потому что он будет кастовать в этого ДК. Юрчик, выйди с лужи, на всякий случай. Щитоните его. Ебите, ебите. Ну вот тебе, блядь, чуть-чуть осталось. За жопу, перебегайте. Ебайте стукану. Перебегайте за жопу ему. Вы ж видите, где что. Давай, давай, давай. Красавцы, чё? Отлично. Ебать на тоненького. Чё, кто всё, сможет дайте мне рез, забрать? Дайте мне рез, я на ДК перезаберу. Кто заберется на шкаф, дам 500 голды. На какой шкаф? Для цыганской фокусы. Все, Юр, иди, давай, беги туда, танчи, я сейчас пока зайду и это самое. И присумоните, потом шкаф поставите. Я отойду на 2 минуты. Иди. Ну чё, кто там, Грудак выиграл? Чё-то я не вкурил. Я выиграл. Кому ладно? Войду. То у меня, блядь, ткани. Ай, блядь, я еще и... Так, что, спекаешься? Ну, я в танке уже. Час и 3 минуты еще, блядь, до разрола перчаток тихо. Че, кушать хотите? Потом, перед боссом, погнали. Точечно, по-большому. То мне тяжело держать трэш. Ты по КД лужу и эти скипания крови. У меня там-то нету нихуя, блин. Да я понимаю. Я тебе про это говорю, когда ты еще хочешь РБК ходить фармить, блять, танчить. А ты
крови. По-моему, у тебя власти нету, а вот есть. Не, ставит власть. Или вы все перед лицом стоите, а хуй пойми, блядь. Вот вару пизде дали. Или он вылетит, что-то не понял. Не, его мессажер убил. О, вот эту надо. Бери нить. То у меня боссовая какая-то шея. Да это надо тебе, блядь, МП5, смотри какие нахуй, ебать. Спасибо. Реально, блядь. Это бис. Маг, не уступишь? Шея. Шаман. Анонсишь Войд, пожалуйста, эти, блядь, ёбаные големов? Ну, попробую. Ну, типа, там виднее вам, блядь. А ты мне ассиста, да, я на себя метку ебану. ДЦшка, ты ж был в каре, да? Знаешь, что надо считывать миликов, у которых 1% хп. Ну не 1%, а 1 хп, короче. Чтоб они не бегали, как эти сам. Угу. На ком нету милики, тоже напоминаю, чтобы вы под морду забегали, он не кливает, ну чтоб вас не откидывало, ебеня. Типа каст под морду забежали, каст под морду. Милики и все. РДДшки двигаются за шаманом, короче, и все там разберетесь. Давай, рыбу, да. Давай еще на раз. На шамана поставь метку. А шаман да, сам на себя поставит, я ему ассист. А, ну все, ага. Рыбку. Еще не готово. Все, хаваем, фул ребафа. Рыбок баф, в принципе, у всех есть, все нормально. Так. Гера на полная. Геру на ласт фазе уже на треть. Когда там, не помню, сколько процентов? 30, я вспомню. 30, да. Там ебанешь Геру и начнем. Пол, каски разбафай, а вар пускай на А порет. Так и делает, они так и делают. Нихуя на мне кулак висит до сих пор. Это прошлого пала. Вар все равно на АП крикнет, у тебя собьется. Так, каску. Сколько там еще токен прошлый? Час еще. Готовность. Мы нормально летим, блядь. Сейчас, подожди, я пригинусь. Давайте, отпивайтесь, отпивайте. Все, Войд, иди веди их туда. Все, я готов ловить. Давай, погнали. Нехуй тут теребить это самое. Теребункл теребить. Безумие привело вас
стану вашей погибелью. Под морду. Под морду пала щитану. Ясно, блять. Ну то, что у варчика рывок заебись, но, бля, просто если сзади будет огонь, то это будет очень хуёво. Только истерию не давай никому. Бля, я пока ту слил, нахуй, забыл. Все нормально, оно уже должна была закончиться. Куда ты бежишь, тебя щитуют. Под морду босса, не бегай. Так, что-то то ли в миликов летит, походу у вас летит. Да, прям в миликов, отводи. К воротам. Под морду, к воротам. Чё они? Ну, да, у нас он как раз, блядь, под этот самый я переводил. Вы ясно, ложимся. Сюда, к воротам, сюда идите. Да ложимся, у нас, блядь, минус 3. Ну, к воротам выйдет, он все выйдет. А, ну да, меня реснете. Если сы выйдется. А, все отлично. Ресайте. Блять, вот, сука, беда. Ой, этот самый. Все, тотем убрался, выйдется. А что они не защитованы были или что? Че они сдохли? Наверное, блять. Близко они подошли к молчу. Их откинул. Я убила. Ну ДЦшка, ты долго щитуешь. Вар уже успел, блядь, отбежать сюда, нахуй. Стоял тут уже, блядь. Я говорю, нахуй ты убегаешь, и ты только после этого даешь ему щит, блядь. Уже ну на тоненького, блядь. Да не, я это имею в виду, вот когда сдохли три тела, они как, без щитов были или их откинуло в голема? Нет, они были без щитов. Ну я не обратил внимания, но они сдохли перед моим ебалом. Как они сдохли, я не знаю. Без щитов. Меня откинуло, и я сдох. Ты щитуешь, ДЦ, ты щитуешь только миликов и только тех, у кого один хп. Все, стоит, стой, блядь, кидай чуму на босса, ну типа реально, дрочи писюну. Начали. Увидел один милик, на одного только кинул, увидел на двоих раскинул, все. Фулбафы, раздайте фулбафы, блядь, одну минуту бью, сейчас обоссусь нахуй. Все, я тут. Если все у всех есть, по местам становимся. Сейчас он подойдет, тогда варчик еще раз на АП крикнет. Угу. Пристабафа не вижу на себе, вообще не вижу. Да. Все, погнали так же. Стану вашей погибелью.
Дикарьку Редрика. Ну нахуй ты бегаешь, блять, а? Вар. Ну что тяжелого, блять, под ебальник ему зайти, когда, блять, он кастует? А, я забыл, ты же говорил, что ты даун, извини. Все, под морду, милики, переходите. Вара, блядь, читани. Все. Блядь, я понимаю, коту жопа нужна, а Вару тоже разве спина нужна его? Я не могу понять. Там, по идее, сзади должен быть один, блядь, кот, и все, нахуй, в жопу его ковырять. Нихуя. Он меньше уворачивается, в спину кобьешь. По идее, все милишники лучше пускай, чтобы... Кота Ретрика. Ну, а ты, Юра, что там делал, блядь? Просто плакал, блядь. Под морду. Так, голем летит, походу, смотрите. Прям в нас, походу, летит, блядь. Если что, сдвигайтесь за войдом. А вы далеко? А, все нормально. Стойте так. Ну-ка, отведи немножко босса по левой стороне. Короче, от ворот подальше. От ворот или к воротам? От ворот. Метров 10. Просчитуй, просчитуй. ДЦ и Дарк. Ну, мага рез. Меня убило чисто этот тип. Бля, ДЦ резница. Да нахуй нам ДЦ. Будете бегать. Тогда бегайте, блять. КРДД бегите тогда. Куда? КРДД? КРДД бегают те. 30 метров от босса. КРДД бегают только те, у кого один хп. Алло, блять. Остальные под морду во время каста, если у вас фул хп. Все нормально, это вар был. Все, я понял. Если будете стоять за жопой, откинет в огонь, имейте в виду. Короче, я хуй знает, как нас запрет сейчас, наверное. Кот, Редрик, побежали. Ты достаешь хилом, а то я тут в уголок уже зашел, блядь. Да хилом-то достаю. Бока по голему везет. Да, но только мы ему долго бьем ебало, блядь, вот в чем проблема. У нас ДД все живые. Так вот маг почему-то без маны. Я все, я схожу. Кевоку 20 секунд. Достаешь там? Сейчас уже задние големы скоро будут пропадать. Можно будет переехать обратно. Сейчас хуй пойми. Вроде нормально. Нормально. Ну, блядь, приз вылетел на. Да ёпер. Я пока не могу прочитать это заклинание. Не, бьём долго, пиздец. Так, ну это походу в вас прям летит. Никуда бежать, хуй знает. Смеситесь, к воротам ставь и бегите в звезду. Ну, в сторону звезды там. На РНЖ, чтобы вставали сами. Отойдите туда, да, к звезде идите, РДДшники.
Милики также с одним хп к РДД бегают. Сколько там процентов? Кого показывать? 34. Так, что-то прям к нам летит близко, нахуй. Все, пиздец. Блять. Да. Они нас заперли здесь. Беспонтово. Да, я попробую. Хотя хули тут, блять, тут бежать-то нехуй. А. Так-то да. Портал сразу. Там портал, да. Да, он у нас резкий. Этот, пристав, может, у тебя ШП есть? Нет, нету ДД. ДЦ который? ПВП, да и похуй, тысяч пять дашь? Он однокнопочный 3 дал, бля, ебать. Ну. Да давай в этого, в ДД нахуй. Ну его нахуй, пускай бегают в РДД. Так, а кто считывать-то будет, пацанов? Да пусть они в жопу идут, эти пацаны, блядь. Ну, тогда бегайте, блядь, пацаны. Побегают, но... Так ДПСа нету, еще бегать будем. Это да, взяли ДЦ, блядь, чтобы пацаны побегали. Да там бегать, сколько там, 2 милика всего лишь. Ну, 3. Ну, 4. Дамажит один хуйлок, блядь. Ставь рыбку. Никто никогда ничего не терял, бегали всегда, блядь. Быстрее убивать бомбоса, если у нас дополнительный будет ДД, РДД. Не, ну просто если голем упадет не так, уже не получится бегать. Сейчас посмотрим, он может однокнопочного передамажит. Однокнопочного у тебя ДЦ есть? Да забей, хуя. Пускай его бодамажит, я не похит. Да. О, смолча топорик двуручный, бля, хороший, нахуй. Хуета, если честно. Да, пускай дамажит, нет. Все, есть, фулбафы есть. Отпивай ману, давай, это шикарно. Отпивай ману, однокнопочный. Что ты, блядь, что ты пиздец вылетаешь, нахуй? Что с тобой происходит? Прям, бля, я хуею. Ты про кровавый вой или по лампу? Может, у тебя, блядь, ошибку какую выбивает, нахуй? Тебе, не, блядь. Понял, блядь. Кровавый вой, говорю, хуета. Да, блядь. Лучше, чем моя хуета, блядь. Я вообще бегаю вон нахуй. С древковым, блядь. Уже блядь. С РБК лучше, который вон у ДК. Ну что там? А? А, вот это ж... Жнец вороного крыла. Ну да, там 3 гнезда, охуенно. Ну, на танках, да, это... Идет бой, надо второй такой топор, Юра, идти выбирать еще 2 недели, нахуй, 3, блядь. Нахуя он тебе нужен второй? Босс пришел, все готовы были, чего вы стоите, блядь? Я не знаю, что вы тут сидите, блядь. Я жду, чтобы все разошлись. Ты танчишь. А, да. Погнали, блядь. Сейчас точно все будет. Куда его? Нам бегать куда-то надо. Куда, да. Мы бегаем или считают нас? Бегаем.
Ну я, короче, обнулил рекаунт. И какого-то хуя вижу странную хуйню. 3,5 дает ДЦ, блять, и однокнопочная 2000 дает. Это хуйня. Ну, 3400 он дает. 3400 однокнопочная, да. Ну, его это... шил передамаживает. Я хуею, это... блять, что с тобой? Звезду прилетело, отбегаем. Как прилетело, конечно. Да ладно. Блять, забежал же под рожу. Обязательно забегайте, сзади огонь, вас просто тупо туда откинет, и все пизда. Там 30 метров есть до босса? Вроде есть. Надо нам куда-то потом... Побежали, побежали. Блять, я тут даже не вижу, тут с трех сторон он нахуй окружил, тупо просто, смотри, куда убегать, блядь. Да, я хуй знаю даже. Вот где звезда стоит, сейчас, короче, будет это кольцо еще одно, и поведешь по стеночке. Хотя, нет, там уже, блядь, еще метет. Там можно пройти под сейвом, блядь, под щитом. Сейчас уже мы хуй куда пройдем. Блядь. Блять, за лупа прилетело мне. Вот этот первый. Или это второй? Второй. Я не понимаю. Приз 232, 3К ДПС. Ты, блядь, ты что нажимаешь вообще? Одну кнопку реально. Чуму спамишь и все. Да что-то не так с ротацией, блядь. Что-то может быть не так с ротацией, я не понимаю, нахуй. Палец, блядь, чума, нахуй. Этот самый, блядь, взрыв разума, пытка, нахуй. Опять закончилось, палец, чума, нахуй, взрыв разума, блядь. А не, еще там боль вроде, да, есть? Да, там еще палец, боль, чума, да. Пытка, 5 стаков висит, боль вешаешь. И потом уже по стандарту. То мне кажется, даже взрыв не вязает. Не, там взрыв вязают из-за плетения тьмы. Ой, не плетение, а захват духа там бафлись. На талантах 10% взрыв. Так, боковой пропал, отлично. Анонсите, отбегайте. Куда его повел? Да слишком у меня уже откинул, я хуею куда. Дальше отойти? От двери чуть подальше. А то... Нормально, вот так. Да ты сам, главное, спиной в стену стой, чтобы тебя не откидывал. О, исчезла нахуй, стоим ровнее, блядь. Сколько до Гера? Там же по процентам 30. Геру на скольки давать? На 30 дадут. Я посмотрю. Отбежали, там. Отбежали, отбежали, отбежали. Тогда 8%, 7%. Может еще метеор подождем, потом после метеора Гера, чтобы профита больше было. Летит метеор к вам вроде бы. Да, милики, отводим. Милики к вам. Эти в звезду бежим. Сюда. Еще метеор упадет, сейчас даже если переведете. Посмотрим, куда он упадет, и тогда уже Геру дам. Чтобы нормально нам удобно было. Сейчас смотрим. Все, мы перевели уже под морду, просто остановитесь, уже ни у кого не будет 1% хп. Милики, просто под морду во время каста. Что-то куда-то прям в нас, что ли, летит? Не могу понять, куда летит. Вот в нас прям, блядь. Звезда вроде.
Да, бегаем. Вы забегаетесь, давайте Геру. Давай Геру и все под морду становитесь, и все. Все, и Маша. Главное следующий увидеть. Ну да, главное, чтобы нас не прилетел. И куда бежать надо увидеть. А нам некуда, нахуй. Вот и в нас, нахуй. Да, отбегаем. Ну до меня не достает, я стою. Маг, блядь, тебя дамажит. Блинкайся оттуда. Снимай глыбу, блядь, дамаж. Есть, я снял. Под морду все. Под морду кастует. Я не смотрю, я уже хилю, так что не похуй. Ну сюда уже физически голему некуда лететь, я так понимаю. Ну если прийти, то упадем просто. Это Сиру, сейчас проверим. Есть ему куда лететь или нет? Нормально. Давайте посмотрим, что есть. Под морду. Вот Лок обрыгался, где ты стоял? А, я сзади стоял, там метеор в меня прилетел. Последний. Так не стойте в метеоре, блядь. Вар, выйди с метеора. А мне там без вариантов, я через троих гулем ушел. Давайте. У вас летит. Че, бежать некуда? Да, некуда. Блядь. Пиздец. Сука, ну это пиздос. Просто, блядь, 600. Тон нахуй. Ебать, ну ты посмотри, это чё за... Кто-то был говорил, что это Сирус, блядь, сейчас посмотрим. Ну вот, блядь, типичный Сирус. Да Лок нахуй ещё сдох, если бы не сдох, может и добили бы, блядь. Это, блядь, это... это пиздос. Это какой-то, блядь, даже прикол даже. 600 тонн осталось. Блядь, ну сейчас обязана башка на... ДК выпустит, прям, блять, столько страданий. На паладина. Ты ошибся чуть-чуть. Мне же перчик хватит, не пизди. Перчи 33 минуты еще, блядь. Нахуй мне это перчи, блядь. Давай мне. А, не, не надо, ну и все. Не, я паролю, но у меня. Ну и все, не надо, не-не-не, тебе не надо, блядь. Давай, Юрчик, рыбку разбафались еще раз, нахуй. Быстренько, быстренько, сейчас, бля, уже, ну, третий пул это точно должен быть нормально. Или это четвертый уже? Третий. Четвертый это уже. Четвертый раз? Третий, блядь. По-моему. Присты бы давали, блядь, тысяч по пять, нахуй, а не по три, блядь, выбаны. Ну, это вообще пиздец, реально, блядь. Ну, типа, ладно, шил он, нахуй, в ДЦшкой шел. Блядь, ну... Камон, чувак, блядь, это пиздец, нахуй. Это не ДПС, это залупа, нахуй. Ты, ебать. Блядь. Часы есть, нахуй. Это есть, блядь. Все есть. Прочаренный. Камни стоят, блядь. Реально пятеру должен давать, нахуй. Не меньше. Я пятеру, блядь, в 205-му в Наксе давал, нахуй. Шмоти, нахуй, в обоссу. Тут что-то не так, блядь, с ротацией. Давайте, какой-то. Давайте. Бафы, бафы всех есть. Просто кастуй палец, чуму, блять, боль нахуй и пытку ебашь. Не кастуй эту хуйню нахуй, взрыв разума. Убери его вообще нахуй с панели, если он тебе не помогает нахуй. Просто еби, блять, все. Все, по местам. Разбежались.
Там он наши только начинают собираться. Очень я им удачи желаю, блядь. Хм. Такой же, как и у нас, но только втройне, нахуй. Хуй пойми, куда, то ли в нас летит, блядь, не смотрите. Не-не-не, нормально вроде. Рядом. Упал. Не достанет, и важен. Ебать, чё это? Прослакал, да, Юрчик, блядь? Дай ему БР. Ну вставай. Бафы по ДК, блядь, каску, лапу, пристабаф, дайте все. Побежали. Я отвлекся посмотреть, куда этот хуеплет летит. Не надо нахуй смотреть. Ты еби, я скажу, если что. Так, ну естественно, кого-то надо ебануть. Пан кого? Его знает нахуй, на кота, наверное, блять. Ну уже БР отдал, чё на кота. А тогда не надо на кота, блять, да. Шам, наверное, сам встанет, если чё. Ну если в лужу падать, то нахуй вставать. Не, ну и так-то понятно. Так, смотрите, летит на вас, наверное, мужики. Сзади нас летит. Где-то сзади. Вот да, идти можно вот сюда вот. Что там, Лоб, как дела? Хуёво у него дела, походу. Феноменально хуёво. Лоб надо было по себе, оказывается. Да, что-то не могу вкурить. Будем бить или что? Пробуем, да? Да мы можем по новой еще раз торм. Мне вообще похуй. Я могу тратить, пока не заебетесь вы, блядь. А где однокнопочный? Опять умер. Нет, 4600. 4600 дает, нормально. О, хорош, бля, вот это молодец. Поднял депос нахуй. Да у пизды депос, блядь, заду. Просто кнопки нажимай, и все будет охуенно, блядь. Бежите, не бежите, блядь. Дышите, не дышите. Что там нахуй? Вот теперь побежали, никто, а, только Варчик. Все, ложитесь, заходите в голема, нахуй. Да, сука. А может, а ты выйдем просто? Ну да, можно. Да, кстати. Я уже умирать побежал, блин. Блядь, я сейчас так, психану, сейчас нахуй, зайду на рогу, блядь. Не, ну это не... А, ну хотя тебе с него-то... Ща, басусь тоже. Да мне с него, блядь, топор... Ай, ладно, в пизду, Юра, спекайся в танка, давай я на рогу. Нахую я трёс, блядь, заночуем, нахуй. Давай, может, токен разролишь сначала. Да, 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 реально. Только если тебе токен надо на роге, тогда не заходи. Не, не надо. Заебись. Давай, вставайте все. Я надеюсь, что ж никто не поливает с малча уже, но это будет, блядь, вообще, типа, фрикшоу. Ну это уже надо иметь уникальность, по-моему. Пал шаман, рольте. Опа. Хуяк, блядь. Понял, приятно. Чё, может уступишь, Пал? Ты говорил, тебе не надо. Не-не, мне надо. Да, ему не мне надо. Ни одного, блядь, ебаного куска. Давай, блядь. Ну если второй сролю, тогда один отдам, окей? Если да. Упадет. Ну, где ты? Давай, давай, давай. Где ты есть, Аво? На, бля. Спасибо. Хуя себе, спасибо. 30к, блядь, токен стоит, алё, нахуй. На месте.
Сейчас я улечу этим, блять, ДКшкой нахуй. А, мне спекаться? Да, я на рогу зайду, блять, и кончим уже один раз, и мы все в пизду. Мне все равно перчи нужны были, нахуй. Они не упали, значит. Ну, да, я согласен. Но я рогой буду токен ролить на шамана, нахуй, если что, пацаны. Лок, поставь шкаф. Смоньте, блядь. Пожилую мокрощу. Ой, извините. Так, что тут? Не вижу рыбу. Не так, вижу. А рыбу я еще не ставил. Вот теперь сейчас ставлю. Юрчик, дай фласку лукашную, блядь. Нет у нас. Угу. Ты лут поставь на себя. Так ты дал только что. А, ну, спасибо. Дай тогда лидера. Только не роль на шаму, пожалуйста. Дай лидера. Нахуй, бля, убьем всех. А, блядь. Ты... Подкупил Рэла, блядь. Не понял. Не понял. Фласочкой. Понял. Так, все, бафы по-братски. Все хочу видеть. Пристабаф. Может, я тебе кулак въебу? Нахуя? Вар на АП кричит то же самое, те же яйца, только в профиль, блядь, похую. Все, если готовы, по местам. Юр, ты спекнулся? Да. Просто эту хуйню включил, все, да. Все включил, все есть. Все, понеслась душа в рай. Так, кто там дамажит? Кот, заебись, на кота будут триксовать, нахуй. Так, истерию... В конце, истерию давай, да? Только в конце, когда он уже вообще один хп не будет кидать. А сейчас пока, бля, убери ее нахуй с панели. Ты думаешь, я ее через по... Дискорд упал или все молчат? Все молчат. Нет, все молчат. Увлечены боем, блять. Понял. Я пока не могу прочитать это заклинание. А как приступит? Ебать вы бесполезные, ни щитов, ни дамага, я хуею, блядь. Ебашим, не БР его, нахуй, не надо.
А у него КД все равно еще минута. До третьей фазы доживем, будем посмотреть уже, Приз, не вздумай, блядь, отходить от компа нахуй или расслабляться, блядь. Сиди, блядь, чувствуй это напряжение. Блять, хуёво, очень хуёво летит на нас, нахуй. Угу, миликов. Куда? Ну, к воротам, блядь. Назад. Нет, не к вор... от ворот, блядь. Быстрее, быстрее, зелёнку прожми. Ясно, блять. Сразу ложитесь, блять. Он с выйдите. Пошли к воротам, нахуй, всё хуёво, блять. Приз во всём виноват, по-любому, нахуй. Приз должен был молиться, блять, чтобы не упало на нас. Я, блядь, максимально хуёво. Я, блядь, больше нахуй, наверное... Это какой трай? Пятый будет сейчас? Пятый. Я больше четырёх, блядь, ещё на нём не сидел, нахуй. Блядь, в прошлый раз вообще идеально мой трай. 600к это вообще пиздец. Сам... Пожалуй, самый лучший трай. Да ты ещё на Легионе не траил АПТ гир. Там боссы рандома, блядь. Этот, у вас совет от военный? Прокает. Спрашивает, однокнопочный напал, может зайдет он? А? Там он 5к даст хотя бы. Напал, пускай, может зайдет. Дед. Кого? Шо? Так однокнопочно он... спрашивает, на пало, может, он зайдет? Так а если тебе типа на пристани принципиально, зайди подамажу, у тебя пал хоть и башит. Ну типа, если тебе пиздец не принципиально. Бля, ну просто реально по факту не, дэмэджа нихуя нету. Вообще говорит похуй хоть кем. Давай, заходи по-братски, давай шкаф. Давай напал. Давай хоть пацанам закроем уже эту хуйню. Я уже сам, видишь, с ДК даже перешел, блядь, чтобы уже просто для пацанов закрыть нахуй. Это в натуре собрали, а здесь хрень так. Нашли мы хорошо, к примеру. Там только пара троих было на этом, смотрите, и все. Остальные закрывали сразу. Плюс они там вообще чат, бля, я хуе, подная кара, пизда сегодня, нахуй, по фасту. Да, сегодня что-то, я давно это... Я думал, сейчас быстренько, без вайпов, тупо сразу, раз-раз, все, нахуй. Я даже не планировал на гневе, чтобы будет хоть один вайп. Так, ну, типа, так, я, так. Мне, я так понял, по ДПСу мне сказали, да, что, блядь. Либо где он? Однокнопочный... Напиши... Плюс они в общий чат. Майбаху, он мне в ЛС. В общий чат, плюс они просто, накидай плюсов я. Ага, вон, вот. Он. Есть. Позавчера кто-то собирал кару, в скобочках писал, на 5-6 часиков. Хуя себе они там. Чего просто по-бырому, блять, на 5 часов. Пацаны просто сразу понимают, на чё идут. Не, мы в субботу, вот, в прошлую субботу. Давай, давай, рыбу ставь, рыбу. За 2 часа, блять, мы закрыли кару и к 10. Да, за 2 часа, нахуй. Да ик это чё, РБК сложнее. Ну, блять, мы пробежали кару. Так хавать, же, хавать, ну, вот, садитесь как, кушать, как, садитесь как и сегодня. Кушать, да, кушайте садитесь. Все. Как и сегодня, вот так же закрыли. Ну, тех же боссов я имею. Да, по-моему, Вар, мороз. Кричишь на ХП, слышишь? Двор кулаки, верчу на шляпе, блять, каски. Короче, шляпа шляпу, блять, двор кулаки, все. Тупая. Я и думал все. Ник сменить на мнука бин. Так, сейчас дам. Варчик на ХП. Вон, у Джикса купи.
Вот, Дживс, да, почините заодно. Кстати, Дживс. Кстати, он, да. А что там на диван надо? О, блядь, сейчас на скажу. Диван знаки... Божественности вроде. Божественности, да. Да, вон, в конце, блядь, это слева. А, 20. Все, выйдеть будем, у меня диван есть. Да, мы и так от его без дивана и выйдем, блядь. Все, да, готовы? Зачем? Если готовы, по местам все стали. Тогда, блядь, может... Стоп! Нет, нет, стоп, стоп, отмена, отмена, отмена. Давай, может, приста спехнем, блядь, в ДЦ, нахуй. Пускай щитует. Ебал я бегать, нахуй. Давай, давай. Давай, так. Он уже зашел на ретрика, сейчас дэмэджа хватит, блядь. Спехнись по-братски. Должно хватить. Просто в падлу бегать, блядь. Есть там манку, только... манку, манку, манку? Только прист не слава... А рыба идет, стоит, что ты там сел? Там, вы там есть что жрать. Ману порезать просто. Только не слакай, приз. Да, пожалуйста. Просто Милликов быстренько щитанул, и все, и сидишь опять чешешь затылок. Похуй вообще. Все, на позицию становись. Кому? Тебе нет, тем конечно, более блядь. Нельзя. Ты, блядь, нас вайпнул 4 раза, нахуй, блядь. Из-за тебя, блядь, пацаны страдают. Давай домашних. Только вару можно, блядь. Потому что он даун. Не, ну тут пацаны не смешно, как бы. Плакать нужно, блядь. Ладно, все, хорош, ржать, погнали. Все, сейчас этот мудин отлетит, блядь. Я стану вашей погибелью. Поверни чуть-чуть. Так? Вас щитует, вар нас щитует, блядь. Он без дискорда, наверное. Нет. Просто с дискордом был. Он другое там. Он предупредил сначала. Давай, котик, я по тебе триксую, царапай нас. Что-то хуй пойми, в ворота что ли летит? Ну где-то прям вот ворота, да. Нормально. Варчик, к нам беги быстрее, сейчас кинчишь нахуй. Смещайся. В ворота улетел, блядь. Все, 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 хорош, хорош, дохуя ушел. Назад вернись. Бля. Нормально, вот так. Бля, да дохуя ты ушел, вернись назад. Блять. Иди сюда. Ты, блядь, смотри, он сейчас будет кастовать нам. Все. В РТД в зону бегайте. В смысле в РТД в зону бегайте? ДЦ, зачем спекал? Так, а, кью, ёптовая, блядь, и все, я... Все, нахуй. Ты уже заработался, походу. Тут наши полномочия, все, блядь. Слева для РТД есть. Главное, чтобы наш ДПС не все, блядь. Блядь, ну надо хотя бы до полтинника в секунду догнать. Сейчас 47. Подъебальник. А, все, ладно. Так, куда вот это летит? У нас, прям в звезду? Да, смотрите, там в ту сторону. Звезду прям летит. Щиты, щиты, раздай только. Подъебало. Приз зашел на пало и пишет, что ДПС хуйня. Сука. Ничего, в два раза больше приста дает. Блять.
Опять все сдохли, нахуй. Хила хоть ты ДБР не тебя. Да не, подожди, зачем? Мы там не в ДПСе, блядь. Давай лучше заново. Выйди. Заводи в угол заводи его, быстрее. Я в диване, блядь. Нахуя? Я не знаю. Я ж купил реги, надо диван кидать. Да, да, да. Пизда, блядь, одному тянул диван, нахуй, а, блядь, Зачем мне давали, у меня... Клюет, может, китайский макар. Как ты говорил, я больше трех траях на этом боссе не сидел, да? Бля, пацаны, шестой, ебать, мой хуй, бля. Бьем рекорды, блядь. Пизда, нахуй. Да. Я вас, сука, запомню, бля. Там Грул Магик не хочешь собрать дальше? Я уже нет, блядь. Ебал он этот Грул, я этот. Я хотел на ДК собрать, но чувствую, сегодня нихуя не мой день, блядь. Ты, походу, уже игру удалишь, еще раз вы понял, что нахуй уже удалишь, блядь. Попробую завтра, пацаны, сегодня не буду уже рисковать, что-то, блядь. Не пруха, блядь. Бля, Юр, там что по рыбе, блядь, еще клюет или все, надо чините. Вот не выкупать, нужно было. Было сразу же съебаться, блядь. Нихуя, мы добьем эту тварь, блядь. Я его еще останусь соло заковыряю, мне башка нужна. Это будет пиздец. Я сегодня вообще топовый ролл выкинул на Круле Магике. Как ты выпадет токи напало, блядь, я хуен. Просто однёвку выкинул, нахуй. Пожрали? Так, все? Все забафаны. Пристабафа нету. Пристабаф есть. Иди, да, лови, все, лови, лови, пока он здесь. Давай, 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 давай. Побежали, На этот раз точно все будет, блядь. Очень надеюсь. Безумие привело вас сюда. Отъебало, алё, не забывайте. Варчик, не бегай, не еби вала, нахуй, блядь, домаш. Прям в нас. Просто блядь. Подъебало, заходи и бей, прямо и всё. Он же еще на гневе сказал, что да. Под лицо. Короче, если в нас полетит, то запрет вас там. Так что имей в виду, блядь. Сейчас посмотрим. Нормально. Подъебало. Щиты, вижу, есть. Ну, блядь, ты почти восьмерку выдаешь, и то неплохо. Лучше, чем на присте, блядь. Сколько ты хотел выдавать? Отъебало. Кнацка. Так, что-то прям да. Миликов, да, летит? Смотри. К нам, КРДД. Да, да, да. Да. Побежали к РДД, быстрее. РДД. Отдали сейвы, пробежали. Зеленки, хуенки. Вот сюда, смотри, на тоненького. Вот между, вот в дырочку эту. В прорезь эту войдите, блядь, я вас молю. Варчик. А ясно, Варчик козьими тропами пошел. Да, все, опять пиздец. Спасибо. Эй, выйдем нахуй. Блять,
Я тоже, блядь, на этом боссе нахуй так долго не сидел никогда, блядь. Пиздец, пацаны, фиксируйте нахуй. Я хуею, блядь. На кого мне еще, блядь, зайти, чтоб нахуй все получилось, блядь? Хулипан, ебать. На Гэмма, блядь. 10 окон. Пиздец. Блядь. Хулипан, ну у нас не в хиле дело. Дело было не в бобине, блядь. Долбоеб сидел в кривой, извините. В танке, наверное. Да. После всех страданий он, блядь, всем должен что-то дропнуть. Ага, блядь, шлем, нахуй, Волонир, блядь. И 5000 долларов. А, да. Смотри, чтоб не сагрилось. Не вставай, пока свечишь. Двор, не вставай. Слишком далеко. Теперь вставай. Блять, может изначально его в другой стороне начать танчить, суку? Может его где-то тут начать танчить, слышишь, прям в воротах нахуй? Вот здесь вот, и если что, смещаться вот ага. под и по стенке. И он прям вот сюда вот, блять, упадет, и все, и нас закрыло. Да, нет. Големом закроет просто. В воротах да. Он и выйдет. Вот здесь вот, допустим, смотри, начинаешь здесь, ворота, слышишь, Юрчик, начинаешь тут, здесь. И потом... И пошел по кругу, да? Бля, я просто не знаю, нахуй. Нахуй ты в Холипало спекнулся? Да ты такой же ёбаный басром дома, блядь, с этим големом. Ебать, блядь, я даже не поленился с острова щит купить, блядь, и пуху, и ёбаный стыдно. Да, зато шея, блядь. Вернись пока. Назад, по-братски, вернись, блядь. Спекайся в ретрика, давай, хавай. Хавай, спекайся. Давайте, бля, потому что я сейчас нахуй сгорю, бля. Танк, говорит, есть. Бля, ты решил спеками повыебываться? Ну давай, ну время идет, ну, бля, ну давай. Спекайся. Слушай, назад, а, вот по поводу, а вот по поводу танка, пускай, может, танки останется, а я подамажу. Нахуя, блядь, сколько он дает, нахуй? 6600, блядь, а ты сколько давал? Хуёво, так же. Давай. Давай, спекай. А сколько ты давал? Да я хуй. Бля, мне кажется, он больше давал, чем ты, нахуй. Плюс у него 3% крита. Не надо, нахуй. Танчи, Юрчик. Не сам не балуйся. Ну чё? Ну как я, блядь? Дайте ману. Спасибо. Все, по местам, погнали. Каску. Дайте каску ДК. Отлично. Раздай там тогда ему МП5, хуять. Все, давайте, босс подходит. Да. Огонь, бля. Проверни. Под морду. А ты крылья вжимал, блядь? 7-2. Вот. До 53 разогнались, и то нормально. Под морду.
Вот так бы туда все один в один и летели. Под морду, кот. Давайте, это наш трай, нахуй. Подуй на него, нахуй. Под морду. Дуй сильнее, блядь. Хорош хуйней страдать, кнопки жми, а не на писюн свой дуй, смотрите, блядь. В дверь, да, походу? Да, в дверь, там, блядь. Стоим. Да, прям ебём, в ебём. Дверь, блядь. Так. Крытым убегайте. А, это не убегайте вообще. Куда смотрите, блядь? Под морду, да. Под морду, алё. Под морду убегайте. Опять я уже что-то тупит. Походу, кто танчит, тот тупит. Просто танчит, пожалуйста. Ебучий Сирус, у меня перекап по меткости, блять, а один хуй мясую. Это вот как под так, морду, блядь? Смотрите там, где ваш голем, блядь. Големы заебись пока. Блядь, дамаж нахуй заебал. ЦЛК проносишь один, ты молчазара, блядь, в пачке убить. Подъебальник. Так, вот это к хуй пойми. У нас, да, летит, смотрите, блядь. Да, это к вам. Да, это к мне. Это ваш пассажир. Бежим, блядь. Вот сюда где-то. Мы также и стоим. Смещайтесь вы влево. Подъебало. Нахуя вару спина, блядь? Стой нахуй под ебалом в танке и дамаж, и пал тоже. Да все бы вы встали уже. Тут спина только коту нужна, она даже мне нахуй не нужна, я просто по привычке бегаю, блядь. Так, вроде заебись. Задали. Подъебальный кот. Что, подождать еще не да. Герой или. Да давай, давай сейчас, погнали нахуй. Кто сухой? Мак на фон. Другой спек, значит, надо играть. Фаер. Милики, все подъебало, стали, кроме кота. Кот, во время каста перебегай, блядь, не слакай. Вар тоже подъебальник стал. Приз, ты где стоишь? Я тебе серию кинул. Ебаш. Хильте, блядь. Сместись, Юра, сместись. Все под ебалом стоят. Блядь. Подъебало, алё. Бля, Вар, ты меня волнуешь, нахуй, кто полетел? Побежали. Все под лицо стали. Потому что будет откидывать. Все, отдали кнопки, отдали жизнь, нахуй, свою, блядь. Все отдали, давай. На 9% должны уже сбрить. Я уже даже бомжей отдал всех.
не жал. Давайте. Пол ляма. Все, девочка, отписай, блядь. Хулисос, нахуй. Рыцарь смерти, ГЦ, блядь. Да, я ж сказал, говорил, блядь. Да, я говорил, один анрол будет на ДК, и это шлем, блядь, Юрия. Он его заслужил, нахуй. Охуень. Плащик, остальное ребят, хоть сами. Плащик, плащик. Рыцарь. Я думаю, шаману, наверное, он, блядь, прям вот СНТ-5 надо. Я думал, роль. Тебе да, надо, давай. Нет? Давай, закидывай. Шахматы, чё там вон просят? И пойдем? Вот это, блядь, рольте нахуй. Но я думаю, что он тоже шаману профитнее, чем, блядь, ГЦ. Это кот. Это самое, это же кот. В смысле кот? Рамзель, это же кот. Да. Так, всё, только этот ролил, да? Войт, ты? Ну, нет, этот вот что-то говорит, кот, что-то, наверное, он не говорил тебе ничего? Я что-то нет, не видел. Мне кот вообще ничего не говорил. Да хуй знает. Кот. Ну, я типа одним спеком иду. Кот вообще ничего не говорил, что типа ты на... А, просто так? Ну, подожди, я нихуя не понял. Так ты не сказал, что ты ролишь на хила что-то. Не было такого вообще. Ты хоть кому-то написал? Да, ну, типа, на, вообще. На AirDru это пуха, тем более хуйня, блядь. Так, да в смысле, на катане роль? Блядь, мне сказал на только лог, что я иду, мне нихуя не надо, кроме кондера. Все, больше меня... мне никто ничего не сказал. Не беспокойся, у меня есть видео полное рейда. Там все есть, блядь, там этой хуйни не было. Ну, не было такой хуйни, не выдумывай, блядь, кот, реально. Чё ты это самое... Есть видео, где Вар пишет, что он даун? Да. Хочу посмотреть, блядь. И мне это затмило. Всё, блядь, спасибо за рейд. Бля, это пиздец было, конечно, блядь. И весело, и слезно. Весело, блядь.